Доброе утро! Это «Открытые новости». Мы работаем в Завьяловском районе. В открытой студии Анна Москаленко. И в начале выпуска коротко расскажу о главном. Новый санаторий на 440 номеров начнут строить в Белокурихе в следующем году. Соответствующее соглашение подписало правительство региона и компания «Алтайвест». Подробности в выпуске. Барнаульских водителей общественного транспорта проверили сотрудники ГИБДД. В краевой столице проходит рейд по безопасности в автобусах и такси. Насколько такие меры эффективны, расскажем далее. Ученикам Глубоковской средней школы Завьяловского района не приходится скучать на каникулах. Они занимаются спортом, устраивают дни наоборот и даже выращивают собственный огород. О полезном досуге школьников узнала наша съемочная группа. Новый санаторий на 440 номеров начнут строить в Белокурихе в следующем году. Соглашение заключили правительство региона и компания «Алтайвест». А документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виктор Томенко и представитель санатория Сергей Доротных. На территории комплекса построят лечебные и акватермальные корпуса, закрытые и открытые бассейны, а также гостиничный комплекс. Начало работ запланировано уже на следующий год. В настоящее время разработана и утверждена проектная документация на объекты инфраструктуры, получено разрешение на строительство. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, подписание соглашения позволит расширить спектр направлений взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в части повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Алтайского края. Алтайский край вошел в число регионов с максимальным суточным объемом реализации молока. По данным на конец мая, этот показатель составил почти 53,5 тысячи тонн, что на 2,1% больше аналогичного периода прошлого года. Добавлю, максимальные объемы реализации молока также достигнуты в Удмуртской республике и Татарстане, Краснодарском крае, Воронежской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Белгородской и Ленинградской областях, сообщает Министерство сельского хозяйства страны. Барнаульских водителей общественного транспорта проверили сотрудники ГИБДД. В краевой столице проходят рейды по безопасности в автобусах и такси. Полицейские проверяют наличие водительских удостоверений, путевых листов и регистрацию автомобилей. Подобные рейды проходят всего пару раз за год. Однако, по данным полиции, с каждым годом количество водителей, нарушивших правила, становится меньше. Идет снижение, как бы в этом году небольшое у нас количество допустили лицензированные перевозчики именно по их вине. А вот в сфере перевозок пассажиров такси здесь существуют проблемы. Проблемы эти в том числе из-за пробелов законодательства существуют. И вот, скажем так, по краю несколько нехороших фактов было, где водители нелегальных такси участвуют в ДТП по их вине, в которых погибают люди. Добавлю, рейд будет длиться неделю. За это время инспекция планирует проверить большинство водителей общественного транспорта и такси в городе. Устраивают день наоборот и работают на школьном участке. Так учащиеся Глубоковской средней школы Завьяловского района проводят летние каникулы. С ними пообщалась наша съемочная группа. Малая Тимирязевка. Так в Глубоковской средней школе называют летнюю практику. Дети участвуют в программе удешевления школьного питания. На территории образовательного учреждения есть огород. Там ученики 5-11 классов выращивают морковь, огурцы, картофель, томаты и другие культуры. Впоследствии эти овощи сами и едят в столовой. Здесь мы полим, поливаем и растим разные растения. Я думаю, что это пригодится и это очень полезно. Также в палисаднике дети учатся выращивать цветы, ухаживать за ними и занимаются благоустройством школьной площадки. Полим, сеем, допалываем, красоту наводим, красим. В общем, как и обычная работа у сельского жителя на земле. Тимирязевка – это как дополнительное занятие по урокам биологии.
потому что на уроках биологии они изучают там всякие тычинки, пестики, а здесь они уже наяву видят там вегетативная масса, какая бывает, какие бывают стержневые корни, поверхностные корни, то есть они еще и расширяют свои знания. Для учащихся начального звена работает летний лагерь «Солнцеград». Там развиты физкультурно-оздоровительное, экологическое, спортивное и культурное направление. У воспитанников есть возможность раскрыть свои таланты и завести новых друзей. Они участвуют в спартакиаде, литературных и развлекательных конкурсах. У нас происходит много игр, прогулки. И еще мы знакомимся с новыми детьми и много играем. Мы иногда бегаем, играем в разные игры и веселимся. Вожатые все смелые и веселые. Мне очень нравится, тут очень вкусно кормят, мы много играем. Вожатые очень добрые. Вожатые лагеря – молодые специалисты, которые работают в школе совсем недавно. К примеру, Станислав Синявский учился в Глубоковской школе, получил высшее образование в Барнауле, а теперь и сам работает учителем. Закончил вообще университет аграрный, переучился, вот теперь с детьми, со всеми вот этими обжорами и проглодитами. Очень нравится, очень много энергии дают, они все вот такие прям заряженные, прям ну, очень много эмоций. Совсем скоро школьники выступят на большом празднике – 220-летие села Глубокое. Они покажут театрализованную постановку и представят макет города Солнцеград, сделанный из подручных материалов. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. Больше 500 выпускников алтайских школ прошлых лет сдадут единый госэкзамен. Согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, они будут сдавать экзамены в резервные дни основного периода, то есть с 23 июня по 2 июля. Всего в этом году ЕГЭ напишут больше 11 тысяч человек. Задать вопросы и уточнить любую информацию об экзаменах можно по телефону горячей линии государственной итоговой аттестации в Алтайском крае. Номер вы видите на своих экранах. В Алтайском крае разрабатывают экологичные способы добычи улиточного муцина. Его используют в косметологии и медицине. В чем его полезные свойства и как его добывают во всем мире, смотрите в нашем сюжете. Улиточный муцин – слизь, которую моллюски выделяют в стрессовых ситуациях для защиты. В составе сложный белок, который обладает заживляющими свойствами. Вещество обогащено витаминами, коллагеном, гиалуроновой кислотой и другими ценными элементами. Из-за своих свойств он массово используется в косметологии и медицине. Вот только добывают муцин жестокими способами. В мировом опыте не совсем гуманные и не совсем, как так скажем, приятные способы добычи муцина существуют. Там распространенный способ добычи улиток – это промышленные центрифуги, куда засыпается около 1000-2000 улиток. И, по сути, их раскручивают, в процессе чего улитки умирают. Их раковины разрушаются. Ну, естественно, сами улитки больше не могут не давать муцин и, в принципе, жить. В техническом университете предлагают получать улиточный муцин этично, без вреда для моллюсков. Уже полгода над идеей трудятся 4 человека. Они создают стресс улиткам, приближенный к тем условиям, с которыми они могут столкнуться в естественной среде. В природе она как? Она ползет по веточкам, допустим, вот ее брюшко, чувствительная часть. И сами веточки, они раздражают ее. То есть зависимость все равно от твердости, это то есть у нас такой мягкий листочек, так скажем. И она начинает сворачиваться, и в принципе уже видно на улитке, на самой, что вот она слизь сама. Сейчас ученым необходимо понять, как очищать и хранить вещество. Как только механизм работы будет налажен, технологию предложат алтайскому бизнесу, что особенно актуально в современных условиях импортозамещения. Евгения Величкина, Сергей Балуев. Новости. Алтайские школьники могут рассказать историю героя своей семьи. Наш регион присоединился к флешмобу хэштег «Письма, опаленные войной». Его проводит российское движение школьников при поддержке Минпросвещения РФ. Кстати, принять участие могут дети и родители, а также бабушки и дедушки, которые хотят почтить память родных и близких, защищавших родину во время Великой Отечественной войны. Поделиться историей героя своей семьи можно, прочитав дословно или пересказав на видео содержимое его письма с фронта и выложив пост на своей странице в социальной сети ВКонтакте. В публикации необходимо указать имя автора письма, где он воевал, а также сопроводить пост хэштегами «РДШ» и «Письма, опаленные войной».
К этому часу у меня все. Напомню, что мы работаем в Завьяловском районе. Смотрите нас в 13:00 и 17:00 сегодня.